На улице города вышли правооборонца Гомеля Евген Милевский, нападающий Алексей Тяслюк. Подчас акции они раздавали запрошение на пятничный матч. Згодно статистики, у опошние годы наведывальность матча у чемпионата Украины падает. Традиционно гомельчане активно подтримливают свою команду. На домашние гульни Гомеля приходит болельщиков больше, чем у среднем по краине. Однако интерес снижается. До того ж бягучий сезон не лепший у истории клуба. Зараз у турнирной таблице Гомель занимает 12-е место. Худшей за все на матче супрать чемпионата. Ёна на стадионе центральный недохопу у подтримцы не будет. Але, как говорится, чем больше, тем лепш. У нас команда молодая, если люди приходят и болеют, мы чувствуем это все, что на поле, как они нас поддерживают, и нам легче и раскрепощеннее более сидеть, действовать на поле. Приходите к нам на футбол, и я думаю, вы не пожалеете, все будет сильно.